Без джинсів свого гардеробу не уявляють ні чоловіки, ні жінки. Це вже обов'язковий елемент, обов'язковий стиль. І ми джинси носимо як і кожного дня, так і можемо навіть вдягатися в джинси на особливі події. Сьогодні про джинси будемо говорити з Віолою Тімановою, стилісткою, іміджмейкеркою. І я дуже рада вас бачити у нашій студії. Взаємно. Тож, такі от джинси, такі джинси вже висять ось тут. Ми, як приклад, можемо на них дивитись. Ну і трошки про це поговоримо. Отож, джинси, наскільки вони ввійшли в наше життя дуже, а дуже щільно чомусь, як ви думаєте, колись це закінчиться, вийдуть джинси з моди чи вже ніколи? Я думаю, что не закончится это никогда, потому что первые джинсы появились где-то 150 лет назад, а в женском гардеробе джинсы появились только в 50-х годах прошлого столетия. И это стала любимая вещь девочек, девушек и женщин, и она еще будет нас не раз радовать в следующих сезонах. Поэтому, да, это вещь универсальная, и модельеры диктуют нам новые образы с джинсами каждый месяц, каждый сезон. Поэтому нам стоит только успевать за модой. За модою. Ну, ось такі класичні варіанти, ось таких, як ви принесли, отут оці от сірі, темно-сірі. Да, чорні, темно-сірі, і второй варіант – це більш світлий. Эта модель является трендовой сейчас и универсальной, потому что они называются джинсы широкого кроя или расклешенные от бедра. Почему модель универсальная? Потому что она подходит под многие типы фигур. И здесь, что я хотела бы обратить внимание, на что я хотела бы обратить внимание перед выбором джинс, это как это то, что ткань должна быть достаточно плотная. Вот, например, мы видим эти джинсы, они достаточно плотные. Грубые такие дуже. Да, грубые. Несмотря на то, что ткань такая плотная и грубая, она очень хорошо скрывает все недостатки фигуры. И при выборе джинс обращайте внимание на то, чтобы в составе было меньше эластана. Тогда они прослужат вам намного дольше. Ну, так мода змінюється. Може, так надовго і не треба, ну, тобто, не на все життя. Ми ну, хоча б на кілька сезонів хотілося б, щоб вони прослужили, да, нам. Взагалі, мода дуже змінюється, і те, що було минулого сезону, якось так різко так стається, що ось ми носили одне щось, так, а тут різко вже високі талії, вже широкі, вже, тобто, ну, змінилось. І треба поповнювати новими джинсами, там, чи новим образом свій гардероб весь час. Це важко бути модником, так? Ви знаєте, не то, щоб мода, вона дуже циклічна і дуже багато до нас повертається. Наприклад, вот, да, висока талія, да, вона зараз в моді. Але остання модель, яка в тренді, це якраз таки джинси на заниженій талії. Але, к сожалению, ця модель не всім підходить. І таку модель можуть собі дозволити тільки дівчатки, у яких ідеальна фігура. Вот. И джинсы с низкой посадкой, они, конечно же, визуально укорачивают ноги. А это не всем подходит, это только может, там, я не знаю, длинноногим моделям подойти. Вот. Поэтому тут нужно быть осторожным. Самое главное, это то, как вы себя ощущаете в этих джинсах. Конечно же, идеальная модель – это когда не очень высокая и не очень низкая посадка, которая прикрывает пупок. Это, я считаю, что самая универсальная модель. Ну, от знаєте, зараз модники вам скажуть, ага, ну що ж ми ж повинні носити тільки тренд, тільки те, що ось-ось, от якраз воно тут з'явилося і зараз. Ну, тобто, але ж класика є класикою. Класичні варіанти джинсів, мабуть, вони залишаються. Да, так и есть. И вот на этом примере я хотела бы показать именно черные джинсы. Эта модель называется классические мамсы. Их на самом деле называют по-разному. Джинсы прямого кроя с завышенной талией или по-новому, по-модному мамс. Вот даже на этикетке там написано, что это модель мамс. Она никогда не выйдет из моды. Она была
и 10 лет назад, а сейчас она прямо вот очень часто можно увидеть такие джинсы во всех масс-маркетах и не только. Так. Поэтому это вот, да. И еще, извините, хотела бы обратить внимание на длину. Старайтесь выбирать, особенно если вы хотите быть в тренде и... чтобы это выглядело актуально, длину, которая немножко прикрывает щиколотки. Это сейчас в моде, и это визуально удлиняет ножку. И такую модель можно носить как с каблучком, так и с кроссовками, например. Угу. Ну, це ж взагалі джинсы, треба, щоб декілька варіантів у вас було. Ну, скільки Конечно, мінімум може бути, щоб ви себе нормально почували? Я так, думаю, що двох дня. Пар це буде достатньо, і з двома парами джинсов можно сделать несколько образов под разное настроение, под разные случаи жизни. Вот, это вот ви, до речі, нам принесли, підібрали, зробили таку, да. Такий варіант різних джинсів, з чим можна їх носити, які зараз дуже актуальні моделі, ми зможемо подивитися їх найближчим часом. Так, і ось ми вже бачимо зараз. Это вот эти вот широкие джинсы, которые я говорила. Универсальная модель, они здесь на модели, они длинные, и на самом деле это очень удобно, потому что, опять же таки, мы можем их сочетать с кроссовками и с каблуком. Здесь джинсы идут на высокой талии, это тоже очень такая базовая и удобная посадка. И такие джинсы я рекомендовала бы сочетать с каким-то женственным, таким тендитным, я бы сказала, верхом. То есть это может быть или водолазка, или какой-то блейзер тонкого кроя, из тонкой ткани. Да, это тоже вот одна из моделей джинсов широкого кроя. Здесь как раз-таки мы видим заниженную посадку. И смотрится оно интересно, потому что мы эти джинсы можем сочетать с оверсайз блейзером. Или пиджаком, таким образом комбинируя, да, низкую талию. Это джинсы прямого кроя с завышенной талией, тоже одна из трендовых моделей 2021. Они идут удлиненные, закрывают косточку, таким образом делая более вытянутый силуэт. Ну, а ось і мені здається, що в деяких варіаціях джинси можуть підкреслювати вашу фігуру, а деякі навпаки псують. Ось чому так відбувається і ось з чим пов'язані такі тренди? Здесь, знаєте, тому що деякі намагаються угнаться именно за модой. Например, сейчас в тренде это укороченный клёш. Но эти джинсы идут далеко не каждому, даже обладательницам, я не знаю, XS. Поэтому здесь нужно быть аккуратно. Да, действительно, некоторые джинсы, они могут портить образ. Поэтому я бы рекомендовала останавливаться на классике. И именно классику я здесь и подобрала вам. То есть она идёт... универсальная и стильная, но классика. Так, дівчата дуже гарні. Отак подивишся на дівчину, і коли вже можна зрозуміти, що у неї непогана фігура, от, але вона в джинсах, так, то ми розуміємо, що, мабуть, вони сіли. Так? Дуже важливо, щоб джинси сиділи на вас. Да, конечно, потому что они подчеркивают ваше преимущество. То есть, если есть талия, то с помощью джинс ее можно прекрасно подчеркнуть. И также, если есть какие-то недостатки, то их можно скрыть. Угу. Единственное, что вот часто очень при выборе джинс я прошу так делать, чтобы не передавливала бока, потому что это очень выглядит некрасиво. Лучше выбрать на размер больше и использовать пояс, чем если джинсы будут передавливать. Угу. Навіть худенька дівчина, нібито так, да, а, да. А ось и часто выбирают, вот, что передавливает, и оно портит очень силуэт. Угу. Темно-синие, сірі, чорні, білі, вони можуть бути різних кольорів, абсолютно і яскраві разные. Також, і червоні, і зелені, там, і жовті, але то вже не джинс. Так вот, какие классичные? Что треба классичные обирати? Это, конечно же, темный деним.
И черные джинсы я бы назвала это классикой. Еще нужно понимать, что если мы выбираем джинсы с потертостями или светлых тонов, то визуально это будет делать наши ножки полнее. То есть, если у нас фигура позволяет, то пожалуйста. Угу. Если есть какой-то дискомфорт, да, то я советовала бы выбирать джинсы именно темных оттенков. Угу. А ось з дірки, да, ось такі варіації, коли багато дуже років ми користувалися цим, так? Ну вже скільки? Ну більше 10, мабуть, ми точно вже носимо такі, да, речі. І вони ще залишаються в тренді. Не буде змінюватись мода, як на ваш погляд? Ну, іменно, що касається класики, нет. Здесь, що я хотіла би виділити, то, що большие. От раніше було дуже популярно бойфренди, от від них я би вже советувала відмовитися. І на зміну бойфрендам прийшли широкі, опять же таки, джинси з большими дырками на коленах. Вот раньше была фотография, и можно это было посмотреть. Угу. Вот. Так, тобто такі варіанти ми залишаємо для себе. А ось тут теж ми бачимо теж такі, ну, сочетання, досить такі непогані такі зв'язки, вони працюють дуже ефектно. І якщо ми будемо звертати увагу на це, на такі комбінації, то, мабуть, ми будемо вигідно виглядати і в джинсах в будь-якому вигляді, і взагалі. Ну, все одно джинси – це не святковий гардероб. Нет, это ошибочное мнение. Я бы могла сказать, что джинсы можно одеть как на вечеринку, так и пойти на прогулку в парк. Чим в святковому варианте мы можем их комбинировать, чтобы они справді были святковыми? Например, если мы говорим о скини-джинсах, которые обтягивают наши ножки, то очень интересным вариантом будет одеть сверх этих джинс шелковое платье. Вот, казалось бы, ага, цікаво, да, дуже. Очень необычно, но очень стильно и по-нарядному. Шелковое платье, особенно сейчас, очень популярны модели слип-дресс, это платье-ночнушки их еще называют, и именно в варианте обтягивающих джинс, они еще называются скини, повторюсь, это будет выглядеть по-праздничному. Также джинсы, конечно же, если это какое-то событие, то это каблучок, это может быть какой-то пиджак с бахромой. Сейчас тоже модно очень это стразы, все вот такое, что блестит. Это тоже можно в сочетании с джинсами выглядеть нарядно. Так, тобто ми можемо джинси ось таким чином скомбінувати навіть із такими сукнями, тонкими, елегантними, дуже тендітними, ну і джинси не будуть заважати. Ну, дуже хотілося б побачити, як це виглядало би насправді, але кожна дівчина може поекспериментувати, я думаю, себе вдома. Можна поекспериментувати. Здесь є таке правило, що якщо ми одеваем джинсы и шелковое платье поверх, то ботинки желательно, чтобы были грубые. Они тоже могут быть с какими-то элементами декора, и это будет выглядеть здорово. Віола, з приводу джинсів, які можуть бути найдорожчими, отакі на сьогоднішній день вважаються найдорожчими, і чому? Самые дорогие джинсы? Ну, самые дорогие джинсы, это, наверное, те, которые имеют имя или бренд. Да. Угу. Это, опять же таки, зависит от того, что мы больше любим. Некоторые гонятся за трендом, а некоторые нет. Не обязательно гоняться за трендом, за именем, чтобы выглядеть стильно и в своей тарелке. Угу. А для того, щоб себе почувати впевнено, що потрібно, це вже так хочеться наостанок. Ми бачили вже багато варіантів джинсів, бачили, як вони сидять на фігурах. Ви підібрали просто дуже класні поєднання. Але ж дівчата хочуть завжди почувати себе впевнено. Хочуть, ну і хлопці також. Звичайно, зараз вже всі, мабуть, перейшли на той рівень, коли в своїй тарілці бути – це вже норма життя.
Конечно, да. Что я бы рекомендовала, это пойти в магазин, примерить несколько образов. И самое главное правило, это чтобы вам нравилось ваше отражение в зеркале. Опять же таки, не гонимся за модой, просто идем в масс-маркет и выбираем классическую посадку. Это, мне кажется, идеальный вариант. И удобно, и практично, и можно носить под разные события в жизни. А потім дівчина приходить додому і каже, ну що я вибрала? Підуть, несу назад. Часто таке буває, мабуть, так? Ви як іміджмейкерка, мабуть, зустрічалися з таким. Так, просто часто буває то, що люди вибирають, наприклад, якийсь елемент гардероба, ті ж джинси, і не знають, з чим їх можна носити. І носять потім там з футболкою одною, або з яким-то джемпером, і все. І чому-то далі фантазія не працює, але для этого есть стилисты, вот, для этого есть очень много разных сообществ в медиапространстве, где можно посмотреть, как одеваться, какие-то лайфхаки и быть всегда... На висоті. Да, на висоті. Ну, на тому і завершимо. Віола, дуже раді бачити були сьогодні вас в нашій студії. Дякуємо за ось ту підбірку, яку ви зробили, що принесли з собою теж варіанти наймодніших джинсів, які є на сьогоднішній день. Тож хлопцям і дівчатам хочеться побажати гарного настрою, звичайно, завжди бути не в тренді, ні, а у вашому тренді, аби ви себе почували лише добре, щоб хотілося жити, щоб хотілося радувати інших. Ну і, звичайно ж, зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.